Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео посвящено крану. Это можно назвать мультивалютный кран S-Faucet. Я хочу поделиться своими результатами и показать вывод свой. То, что кран платит. Значит, у меня вот здесь, если, когда мы зайдем, видно, у меня 5-й уровень, баланс S-Faucet, вот это вот у меня. И на сегодняшний день у меня ежедневный бонус составляет 18%. Он увеличивается постоянно. И S-Coin бонус 25%. Значит, друзья, я здесь ежедневно собираю криптовалюту. Честно скажу, захожу раз в день. И я вот здесь вот всю криптовалютку ее собираю. Также, если мы опустимся чуть ниже, у нас здесь еще есть кран. Вот здесь его нету. Вот. И как собирать, я уже показывала. Нажимаем Faucet. Перебрасывать на страничку. Это я показываю для тех, кто не знает, кто захочет присоединиться. Так как в прошлом видео я уже показывала. Спускаемся чуть ниже. Нажимаем вот на эту Click Claim. Появляется рекламка. Все мы знаем, что краны существуют и держатся за счет рекламы. Поэтому без рекламы никуда. И выбираем. Разгадываем капчу, подтверждаем. Нажимаем на зеленую, на синюю вкладочку Very. И все, нам зачет и начислились наши монетки. Возвращаюсь в дашборд. Значит, я со всех кранов собираю и раз в неделю перевожу монетку, как бы обмениваю ее, на Dogecoin. У меня было 90 Dogecoin'ов, и я их вывела. Как их выводить? Нажимаем, например, ну вот у меня тут немножечко 9 сатох. VIF. Нажимаю Exchange. Далее, что делаю? Вот у меня баланс в биткоинах. Вот здесь выбираю криптомонетку, на которую я хочу эти сатохи обменять. Ну, обменяю ее, раз я все на Dogecoin. Покажу на примере Dogecoin. Вот у меня встал Dogecoin. Нажимаю Max. Вот. И у меня вот 0.4 доги вот этих монет будет, как бы обменяются. А сюда мы вставляем адрес, который указывали при регистрации. И нажимаем вот на темную, вот такую синюю вкладочку. Сейчас страничка загрузится. Все. Как бы у меня все обменялось. Закрываем. Значит, сатохи мои как бы исчезли, а сюда баланс прибавился. Далее, теперь я покажу, как выводить. Значит, нажимаем сюда WinDraw. Значит, вот здесь у вас баланс будет минимум 40 догов на вывод. Сюда вставляем адрес от доги кошелька. Далее я вот эту включила, как бы у меня 5000 S-Coin снимут. Так. А вот у меня нет, вот сюда адрес у меня уже он как бы здесь прописался, сохранился. А сюда сумму я вставляла 90 долларов. Так. И нажала на синюю вкладочку. Здесь не обязательно. Не надо ничего. Если у криптомонетка, где присутствует так, то вот так сюда вписываем. Далее возвращаюсь опять в дашборд. И я вам сейчас покажу вывод.
Вывод идет 20, ну, сутки. Я вчера поставила, сегодня мне пришло на почту вот письмо оповещение из ФАУС. Это вывод успешный. Ваш платеж 90.50 долгов был отправлен по адресу. Сейчас я нажму опять на синенькую вот эту вкладочку VIF. Здесь вот самая нижняя транзакция. Вот мой адрес 90.50 долгов, комплект. А здесь можно просмотреть транзакцию. Нажимаю на нее, меня перебрасывает. И вот моя транзакция, друзья. Вот она. Как бы. Вот она, транзакция. И переходим на долгий адрес. И вот эта вот транзакция, она, если посмотреть, идентична с этой. Они одинаковые. Комплект плюс 90 вот этих 90.50 долгов. Как бы, да? Все в кошельке. Кран платит. Мне определенно нравится. Сбор здесь идет. Интервал в 5 минут. Но пока мы собираем как бы вот это криптовалют очень много. Вот. Пока это все соберется, как раз 5 минут проходит. И здесь можно без конца по кругу. Но у меня нет времени ходить по кругу. Я захожу раз в день. Ну, иногда 2 раза в день. Вот. Как получается. Ну, в основном 1 раз в день. Потому что мне очень много как бы проектов, где требуется мое присутствие. Друзья, кому интересно, пользуйтесь. Не интересно, проходим мимо. Кран платит, замечательный. Все это можно. Хотите, на биткоин меняйте. Это уже на ваше усмотрение, что вы хотите здесь, как бы, какую монетку собирать. А здесь еженедельная наша как бы статистика. Вот. Понедельник, вторник, среда. Вот сегодня я уже просмотрела все. Сделала весь спор. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.